Региональное отделение «Единой России» призывает пенсионеров республики быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы при получении единовременных выплат в размере 5000 рублей, сообщили РИА Дагестан в пресс-службе регионального отделения партии. В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам. В течение месяца деньги должны получить 43 миллиона российских граждан, из которых в Дагестане порядка 650 тысяч человек. Собеседник агентства рассказал, что, к сожалению, нашлись те, кто использует доверчивость пожилых людей в своих корыстных целях. В ряде городов России уже действуют мошеннические схемы, при которых неизвестные люди, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают. В отделении партии отметили, что сотрудники Пенсионного фонда не ходит по квартирам, не рассылает электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке и не просит банковских данных.